Нормальная ситуация, стандартная. Нас, как всегда, обстреливают все подряд. Аэропорт под нашим контролем уже полностью. Как я там читал в интернете, ходим, собираем трофеи. Постепенно даем людям отдыхать уже. Там много всегда трофеев, хреново туча. Мы закончим зачистку полностью, когда будет 100% безопасность. Вызовем репортеров, да, вот вас пригласим всех, и, пожалуйста, снимайте, смотрите. Я сам лично видел, я там неоднократно бываю на территории аэропорта. Сожженная техника, именно бронетехника, именно ихняя техника, не это, не обслуживающая персонала аэропорта, а именно бронетехника. Ихние окопы разбиты, трупы ихние воняют, которые, господи, по что скажешь. Так что все идет зачистка. Пока идет зачистка доскональная. Вы поймите, объем большой, много подземных коммуникаций, которые нужно зачистить, проверить, чтобы не было каких-то нежданчиков. Но обстрелы продолжаются со всего тяжелого. Сегодня нас обстреливают Д-30, Д-240 пушек. Градами насыпали немножко, но ну, это нормальное явление, мы уже к этому привыкли, мы уже как-то не обращаем на это внимания даже, что происходит. Ради бога, пускай стреляют. Мужчина погиб, у сына на глазах. Прилетел в наш район. И погиб сразу мужчина. Осколками его полностью перебило голову. На две части, к сожалению. Раненых много было сегодня. Мы уже обстреливаются жилые кварталы. Они уже даже не додумываются, по-моему, куда стреляют уже. Они, по-моему, без разницы. Там мы выстрелили свои БК. Так что пока не дай, в данный момент так. Вот и данный момент, пожалуйста. Продолжается обстрел. Вы видите это. И слышите даже мы. Вчера вечером обстреливали нас зажигалками, чтобы поджечь аэропорт, но не получилось. Мы были к этому готовы. Мы готовы даже к фосфорной бомбе очередной от них. А на точке У никуда не спрячешься, ну что сделаешь. Потому что когда, как говорится, раненый зверь же хуже, чем живой полностью. Они, когда раненый зверь, он начинает беситься, не знаю, что ему делать. Так это их, это я могу сказать, про Хохляндию. Который начинает звонить и просить о том, чтобы мы прекратили акт обстрел. Как будто это мы делаем, что они хотят забрать своих раненых. Ну, это, короче, бред. На новом терминале, на гостинице, на парковке стоят наши флаги. Донецкой Народной Республики, флаг батальона «Моторолы», флаг «Новороссии». Когда дым рассеивает, все видно прекрасно. Нам осталось только повесить флаг на вышке, чтобы все убедились, что уже все. Ну, до вышки мы пойдем зачистку делать, обязательно повесим флаги. Флаг нашей республики. Так что на данный момент такая ситуация, ну, могу вам сказать честно, это... Я предупреждаю мирных жителей, которые находятся в нашем районе, чтобы были более аккуратны. Потому что они стреляют, не задумываются куда. И стреляют из очень тяжелого артиллерии. В данный момент вы это слышите. И это продолжается в течение дня неоднократно, каждый час.